Всех приветствую, друзья, на связи Данкин. В этом видео хочу вам показать, как можно играть в 2 на 2, используя только героя и при этом побеждать. Противники, против которых мы играли, они, конечно, не очень сильные. Скорее всего, это бойцы из обычной версии игры, которые никогда и не играли на таких высоких рангах. Все же там полностью прокачан 22 ранг, и скорость игры повышается. И не все просто к этому еще привыкли. Но сама суть, то, что мы смогли, используя только героев, победить в этом бою. Это прям реально интересно. Карта без следа. Напарник находится на другой земле. Помочь ему наземной техникой я не могу. Поддержать только могу авиации и флота. Чем интересна эта карта? Ну, в принципе, я уже делал по ней, записывал видео. Вот, я выхожу в развертку в ОСУ, в Кайманов, и начинаем захватывать маленькие контейнеры по морю. Противники в развертку не выходили. Тут игрок строит ракетную установку. Для того, чтобы его, наверное, не зарашили. И бывали, наверное, уже такие случаи, что он решил так делать. Вот, ну, в общем, у меня 3 центра снабжения. Достраиваю еще один, четвертый. Захватываем контейнеры потихонечку. И здесь вот вижу, что у противника хочет построить торпедная установка. У нее нет электроэнергии, скорее всего, изначально ей не было. И сейчас хорошая возможность есть быстро уничтожить на халяву 300 ресурсов. Как бы, почему бы и нет. Да и с другой стороны, если мы сейчас будем выходить в аллигаторов, одна торпедная установка способна уничтожить 3 аллигатора, это уже 1000 ресурсов. И лучше уж уничтожить эту торпедку сейчас, нежели чем потом потерять об нее кучу кораблей. Вот, я пытаюсь добить противнику торпедку, но, видимо, не знаю, наверное, буст включил, что она стала хуже пробиваться. Тут еще приезжает, приплывает 4 дельты противника. Да, торпедку уничтожил, но в итоге дельты сбивают мне осу. И уничтожают еще одного каймана. Второй у меня выжил, но еле-еле смог вообще сбежать. Вот, я выхожу до третьего уровня штаба, уже отстроил себе 5 центров снабжения. Разведка к койотам, база зеленого игрока. Посмотреть, чем он там занимается. Он продолжает производить дельт, играет на втором штабе. И видно, у него пока что только 3 центра снабжения построено. Вот, Биоза захватывает контейнер на земле большой, который появился. Ему никто не мешает это делать. Я здесь захватил, или даже Биоза на море захватил вот здесь еще один большой контейнер. Пока противник дельтами пытался защитить свою торпедную установку, мы успели подобрать там этот большой контейнер. Вот, я делаю новую осу. Конечно, жалко было ее терять, но что поделать, так получилось. Я думаю, можно ускориться. Сейчас напарник атакует, да, особо сильно не ускорились, хотя вот на экстрим можно посмотреть. То есть ПВшку не поставил игрок, он не знает, что делать, когда на него нападает оса. Начнет там бункера строить, тайфунов производить и так далее. Вот, но это не сильно ему поможет. Так, кстати, два койота, да, все же не совсем одними только героями зарашили. То есть были легкие юниты, которые помогали, но все же те же ягуары и броники мы не стали использовать, чтобы убивать базу. Вот здесь я облил кислотой ПВшку, которая достроилась почти. Вот одну мы уничтожили, вторая там уже почти достроилась. Все, каркас исчез, она начинает по нам стрелять. Здесь я вижу, что сейчас, скорее всего, собьют осу моего напарника. Хотел подлететь вперед и сагрить на себя залп ракет, чтобы оса моего напарника смогла уйти. Но, к сожалению, ее сбили, и я еще из-за этого хапнул лишние 2 залпа ракет. Но, в принципе, не критично, разменялись, может, не очень хорошо, хотя, с другой стороны, ракетная установка плюс ПВО — это уже неплохо. Вот, и Бивза отправляет очередного койота на разведку. Хочет, видимо, посмотреть, или вообще просто сливает койоты. Он видел там, сколько штурмовиков было, понятное дело, что они этот койот сейчас уничтожат. Вот, я произвожу аллигаторов, мало ли там, что будет делать зеленый игрок. Он как-то усиленно производил дельты, может, и захочет зарашить нас по морю. Вот, Биоза выходит до 4 уровня штаба, апает завод штурмашины на 2 уровня, дабы можно было крота сделать. И я решил глянуть, чем тут занимается зеленый игрок. Плюс осы огромный, прям плюс, то что ты, ну как бы, это юнит картонный, то есть его сбить очень легко. Но за счет ее пассивной способности ты можешь залететь под огонь, там не знаю, 6 ПВО, и получить не 100% урона, а только 30%. Это позволяет тебе залететь на базу, разведать ее и убежать, при этом не потеряв свой вертолет, своего героя.
что очень даже хорошо позволяет ее использовать в бою. Вот, допустим, сейчас я облил кислотой каркас ПВО, который хотел построиться. И, как мы видим, оса очень легко уничтожает эту ПВОшку вообще без шансов. Вот, и противнику надо что-то делать. То есть ему, как минимум, ну, надо, не знаю, тайфуна какого-то произвести. Пока он завод построит, пока он тайфуна произведет, там пройдет минута боя. За минуту боя я могу так и сгрызть ему завод героев. Тем более, если буду так постоянно еще обливать это дело кислотой. Вот. Ну, в общем, начинается спам штурмовиков. Лишь бы как-нибудь отбить атаку одного вертолета. Вот, мы постоянно маневрируем, двигаемся из стороны в сторону. Огромный плюс осы, то, что это вертолет. Тяжелые штурмовики, точнее не тяжелые штурмовики, а обычные штурмовики, они не могут стрелять подствольными гранатами. То есть они стреляют только из своих пулеметов по вертолету и не так эффективны, как могли бы быть там, против тех же койотов. Вот у меня выдвигается в бой корот, поставляем три турели и начинаем уничтожать противнику завод героев, который пытается произвести Серафима. То есть он надеялся все же на Серафима своего, но что-то пошло не так, и в итоге Крот уничтожает с помощью турели завод героев, и мы тут уже идем в атаку, бурим Зевс противника, плюс там турели нам помогают. В итоге вот так вот очень быстро уничтожаем его Зевса, и Кроту сделать-то ничего не получается, там до заказа штурмовиков идет с казарм, но все это дело уничтожается турелями. И вот оставляется еще одна турель, раскладывается, и Крот начинает бурить уже завод. А урон все же у Бура достаточно большой, и как мы видим, он очень даже эффективно может уничтожать заводы. У него большой запас прочности, что позволяет ему даже не в закопанном режиме получать много снарядов и жить. Вот, и за счет этого он отлично может штурмовать базу, даже один. Все, противники просто не знали, как отбить наши атаки, вначале чуть неправильно сыграли, мы их начали за это наказывать осами, теперь уже кротами, вот, и противник не знает, что ему теперь делать. Уничтожается ПВО, уничтожается бункер с помощью сверла, который пытался построиться, мой напарник уже вышел в Левиафана, в осу, ну и пока больше у него ничего не видно, наверное, еще крот должен быть, да, он его уже производит, вот, и Левич двигается в атаку. Срабатывают ИК ловушки, отражается часть ракет, которые летели в Левиафана. Оса кидает бомбочку, обрызгала казарму, ну, на самом деле, такое себе, обрызгает казарму, но зато он сейчас стреляет ядерной ракетой и наносит ну, нормальный урон по Зевсу и начинает летать назад. Тем временем Крот живет, то есть тут уже 5 дельт появилось у противника на базе, то есть он дельт, видимо, все это время производил. Вот, дельт производил. И думал, что получится, наверное, уничтожить моего крота. Но он не сконцентрировал свой огонь, он то турели уничтожал, то крота. И, в общем, большую часть урона, который он пытался нанести, он стрелял по кроту, который находился в закопанном режиме, вот в таком. То есть в этом, вот когда крот полностью закопался с головой, обстреливать его вообще бесполезно, потому что урона вы толком не сможете нанести. Вот, блин, с двух сторон не успеваю все показывать, тут уже еще один крот уже от моего напарника выдвигается в атаку. С этой стороны крот все еще живет, он откидывает турели. Турель уничтожает штурмовиков, и, в общем, вот таким вот образом Крот уже сколько времени штурмует базу. У меня уже накопилось куча ресурсов, и там яги произвожу, вертолеты произвожу. 2400 ресурсов у меня есть, но я решил пока не помогать ягуарам и стрекозам, решил посмотреть вообще, смогут ли они отбиться от атаки вот этих героев. У Крота совсем чуть хп остается, его обстреливают, сейчас 2 дельты и штурмовик. Вот, турель вступает в бой с двумя циклонами. У циклонов урон не такой большой по технике. То есть это все же получается техника. Ну вот, все же крота уничтожают. У меня остается одна турель. И ее в итоге уничтожают. В общем, ошибка противника с этой стороны. То, что он пытался уничтожить крота, а надо было уничтожать турели. Если бы он уничтожил турели, то крот бы
ну, он бы не наносил никакого урона только сверлом. А если он откопается, то его очень быстро бы разобрали. Но игроки не знали этого и поэтому не воспользовались возможностью легко отбить эту атаку. Ну, особо они, мне кажется, и не старались. Появляется еще один большой контейнер, я буду его захватывать кайманами. Здесь Биза пытается по морю, со стороны моря точнее, пробить синюю базу. Использует всего лишь три героя. Прилетает ядерная ракета, уничтожает центр снабжения. Ставится турель, ну, у противника стоит ракетная установка, и поэтому она все турельки уничтожает, а турельки достать до ракетки пока что не могут. Вот, ну, выдвигается у меня Левиафан, он уже готов. Произвожу нового крота, чтобы добивать базу зеленого игрока. Вот, и здесь вот, вступает в бой Левиафан. Начинает уничтожать Цербера, Зевс. Ну, так-то противники играли достаточно правильно. То есть, ну, Зевс производит Цербера. Циклоны, конечно, не очень понятно для чего, но тоже производили и ПВшки на базе здесь, и ракетки. То есть, ну, пытались отбиваться, но вот три героя держат его у базы и не дают ему выйти. Вот, допустим, у Левы огромный просто урон из пушек, и он, смотрите, как будто разбирает Зевс. Наверное, даже быстрее, чем стационарная пушка. Особенно с поддержкой турели. Вот, ну, у меня оса выдвигается, она немного под торпеды попала. Вот, но все же тоже выдвигается на помощь к моему напарнику. Решили продолжить побеждать в этом бою только с помощью героев. Вот, оса уже готова, чтобы помочь чем-то. Турели отстреливают вертолеты. Вот, и ждем, когда доберется мой Левыч до базы синего игрока. Вот, ну, таким вот образом потихонечку сейчас будем пробивать своих оппонентов, ядерные ракеты в них кидать. Вот, и здесь вот уже в два Левиафана мы заходим на базу и уничтожаем все ПВшки. После того, как ПВшки были уничтожены, противники уже сделать ничего не смогут. Используем, опять же, ядерные ракеты. Урон у них небольшой, но суть их в том, что они бесплатны. И ты можешь их запускать каждые 2 минуты. Вот. Ну, в общем, таким образом мы сносим одного игрока. Да, это уже не в 3 героя получается, а в 5 героев. То есть 2 осы, 2 левиафана и 1 крот. Своим кротом, к сожалению, я здесь помочь не мог, потому что он находится на другом берегу. Вот, ну и в общем, на этом моменте противники уже сдались. Крот тут сам добьет базу синего игрока с помощью бура и турелей. Вот, а мы решили посмотреть вообще, на что способны герои. Смогут ли они с этой стороны уничтожить торпедки все. Вот такие вот ядерные удары пошли, и штурмуем мы в итоге. Ну, потерял я свою осу, напарник отвел ее в сторону. Вот, и Левыч спокойно уничтожает 4 торпедные установки и как бы танкует уже. Тут стоит 2 ПВО. Они просто проходят сквозь эту оборону, уничтожают, фокусируются на ПВОшках, и как бы, а чем их отбивать, непонятно. Ну, и так они красиво в итоге в 2 Левиафана добивают базу зеленого игрока полностью. Причем очень быстро, то есть у них стреляет сразу же 3 орудия. То есть справа, слева. Так, запись закончилась, чуть не успел прокомментировать. В общем, в 3 орудия, точнее даже в 6 орудий получается, Левиафаны обстреливают базу и уничтожают ее реально очень быстро. Еще одна ядерка прилетает. Опять же, урон у них, конечно, не такой большой, но опять же, вся суть в том, что она бесплатная. Если вы строите шахту ядерную, заказываете ядерку, ну это вам стоит 3000 ресурсов. А тут вы получаете юнита за 2000 ресурсов, 1750, нет, 1750, а 1200 плюс апгрейд 750, ну 2000. И можете запускать ядерные ракеты все время, пока у вас есть Левиафан. И кидать ядерки можно, ну, все же Левиафан уничтожить сложнее, чем ядерный шаг, потому что он может передвигаться, прятаться, его проще защищать. Ну вот на этом, в общем, бой завершается. Благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на канал и желаю всем удачи. I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I own